Доброе утро тем, кто пришел сегодня на планету. Сегодня планета в облегченной версии, потому что я буду одна. И я поговорю только об основных моментах, которые нам нужны для нашей работы. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Вы видите слайды или нет? Спасибо за обратную связь. Я, вы знаете, о чем хотела поговорить? Немножечко поразмыслить о жизни, да, о нашей профессиональной деятельности. Вот такое выражение мне очень понравилось. Пока вы работаете по найму, вы обогащаете других людей. И это действительно так и есть, потому что богатые люди, они создают предприятия, организации, создают рабочие места. Вы, да, приходите, нанимаетесь на работу за какую-то определенную зарплату, жесткий график, там, ну, может быть, у кого-то есть обеденный перерыв, у кого-то, может быть, его нет. Это уже в зависимости от условий работы. Но в итоге получается, что, по сути, вы обогащаете вот этого дядю, который организовал для вас рабочее место. Потому что никто не хочет платить нормально наемному человеку. Ну, это... По сути, да, это современное рабство. Вы продаете свое время за очень маленькие деньги. Особенно сейчас, вот время у нас тяжелое, да, ну, в том плане, что кризис идет, большая безработица по стране. И очень такой вот момент, что, знаете, частники, которые нанимают людей на работу, они в это время стараются очень сильно сэкономить на оплате труда. То есть урезают зарплаты, убирают там какие-то надбавки, не выплачивают никаких премий, и это все красиво завуалируется под словом кризис. Ну, в общем, нечего ловить, да, по сути. Поэтому люди часто задумываются, а как же все-таки зарабатывать. Вы знаете, думать и делать это совершенно разные вещи. Конечно, очень замечательно и вообще первым делом нужно менять свое сознание, мечтать, планировать, думать, да, представлять ситуацию, в которой вы хотите оказаться. Но если вы ничего не будете делать, то ваши мысли, они не реализуются. Вам в любом случае для того, чтобы добиться тех результатов, которые вы хотите, обязательно нужно сделать какие-то телодвижения, какие-то действия именно в ту сторону, в которую вы хотите двигаться. Мотивация для человека – это то, что помогает начинать, а привычка – это то, что помогает продолжать. Для чего мы начинаем какое-то дело, да, какой-то бизнес или просто даже, ну, пусть даже наше, да, дело, для чего мы начинаем? Для того, чтобы все-таки приобрести какие-то материальные блага, да, для чего люди зарабатывают деньги? Для того, чтобы их семья, они сами жили в достатке, чтобы они могли себе позволить все, что они хотят, там, не только одежда, там, питание, но и путешествия, какие-то элементы роскоши, возможно, транспорт хороший, жилье, в общем, список можно расширять и расширять. И единственная разница между богатыми и бедными – это то, как они используют свое время. Бедные, конечно, всегда находят какие-то отговорки, какие-то причины, чтобы не делать, а богатые ищут возможности, они постоянно в действии, если им в голову приходит какая-то мысль, что нужно сделать, вот именно так, попробовать, они обязательно делают, даже если ничего не получилось, это будет как урок, то есть так делать нельзя, значит будем делать по-другому. Это вот такие моменты. Мы когда приглашаем своих партнеров в наш проект, вообще в бизнес, да, у человека всегда какая-то цель есть, да, и мы всегда должны как бы, ну, прощупать эту цель, чтобы помочь человеку настроиться на волну этой цели, на путь к этой цели. И мы всегда приглашаем не на какие-то там маленькие процентные уровни, да, не на 6, не на 3, даже не на 22, мы стараемся пригласить именно на уровень минимум директора, золотого директора. Я как-то видела... Смотрела видео Долженко, Иванова, по-моему, или Алексей, не помню. В общем, мне понравилось, как вот он рассказывал, в том плане, что мы в
Вы не смотрите, чтобы попутно там, какие-то копейки собираете, да, там на 3%, на 6%, там маленькие деньги. Мы вас зовем не на эти деньги, а мы вас зовем на большую цель, на большие деньги. То есть у вас есть путь обучения, есть путь, который вы можете пройти, и при этом вот вы приходите в точку директор, да, или золотой директор. Мы зовем вас на директора. Поэтому обязательно такой момент, когда нужно запланировать результаты своим спонсором, человеком, который вас пригласил, либо уже стоящим, который может помочь вам в этом деле, запланировать ежедневные действия, ежедневный результат. Потому что при определенном количестве действий есть определенное количество отдачи. Но если это очень мало действий, то и результат будет очень-очень долгим. Хотя будет, но долго. Давайте вспомним, какие у нас есть акции для новичков, какие условия для быстрого и легкого вхождения в бизнес. Это значит, у нас, если будет заказ на любую сумму, то со дня регистрации, да, значит, человек автоматически подписывает договор, сейчас уже, по-моему, на 2 года, для того, чтобы быть в системе и учиться строить структуру. Если человек, новичок, заказывает на 1000 рублей первые 3 дня после регистрации заказ делает, то ему в кабинете достается подарок. И если новичок квалифицируется, то есть первые 21 день собирает заказ минимум 100 баллов, он квалифицируется на первый шаг стартовой программы, у новичка есть возможность получить набор за 199 рублей. Это по новой стартовой программе, где предусмотрено 4 шага, за каждый шаг идет свой набор, классный набор, вот на картинке посмотрите, шикарный набор, это первый шаг у нас серия «Молодой мед». И потом сборные наборчики такие интересные. Экономия, подарки, да, вы можете распорядиться этими подарками очень как бы, индивидуально, кому как нравится. Хотите передарите, хотите пользуйтесь сами, хотите продать. Тоже дополнительный доход, дополнительная возможность. Значит, любая акция, которая проходит в рамках нашей компании, любая вот такая интересная информация, да, с списками, там, с продажами. Это инструменты для нас, это инструменты, которые дает нам наша компания-партнер, для того, чтобы нам легче было организовать товарооборот. Я, знаете, не знаю, может, кто-то из вас тоже, так же, как и я, обратил внимание, что сейчас очень активно растут цены в магазинах на все. Причем рост цен идет не маленькими темпами, а практически почти ежедневными. Вот очень все дорожает, да, и не только продукты, но и химия, и средства гигиены, косметика, парфюмерия, ну, в общем, все дорожает. У нас в этом плане есть очень выигрышный момент в том, что, во-первых, то, что качество нашей продукции, это бесспорно очень высокое. Компания за 50 лет своей работы, естественно, очень высоко поднялась и раскрутила свой бренд, зарекомендовала себя очень высоко на высоком уровне, но при этом цены в каталогах очень низкие даже по сравнению с обычными ценами из магазина. А если учесть еще, что есть вот эти акции, скидки, то есть для людей это очень большая возможность сэкономить и получить продукты очень высокого качества. Даже если не брать качество, в любом случае у людей большая выгода, потому что это, естественно, выгода экономия, большая экономия денег на необходимых продуктах. Поэтому это нужно помнить, об этом нужно рассказывать, никогда об этом не забывать. Ну, это в первую очередь информация для новичков или новых, там, или новых партнеров, которые недавно к нам пришли. Пользуйтесь нашим опытом и развивайтесь. Итак, за каждый шаг, как я уже сказала, есть набор подарков, и я думаю, не найдете таких, кто от него откажется. Эта акция очень классная, это для нас тоже и для наших всех партнеров. При размещении заказов, акция «Твоя весна», при размещении заказов на 50 баллов и более в течение каталогов со 2 по 4, можно получить в 5-м каталоге набор за 199 рублей. И также эту акцию можно продолжить, вернее, если вы пойдете еще
пятый каталог с 50 баллами минимум, то шестого можно получить еще часики. Очень красивые, и на них расстроились очень многие люди, насколько я знаю. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Здесь есть отличия. Значит, первая колонка – это для тех, кто пришел зарабатывать. Вторая колонка – это для новичков, для того, чтобы легко было войти в бизнес и стартануть, и в итоге зарабатывать. И третья колонка – это информация для обычных потребителей, которые просто регистрируются ради дисконта, да, скидки 20%. Если вы пришли зарабатывать, вы должны научиться лично организовывать 150 баллов. Это условия компании для начисления всего того, что, на что вы претендуете. Это условия компании. Вы как активный партнер должны уметь организовать вот такой вот маленький небольшой товарооборот. Это совершенно несложно, этому можно научиться. И есть очень много видеороликов, есть информации много, как это сделать. Вы получаете все при этом. 32% скидки личного товарооборота. Плюс сразу вы выходите на уровень 3%, сразу своим одним заказом на 150 баллов. И получаете еще скидку за групповой товарооборот, который пока что создали только вы, 150 баллов. Но к этому товарообороту еще присуммируется товарооборот по вашей всей структуре. Это очень тоже такой положительный момент, который радует. Итак, вы автоматически участвуете во всех акциях компании. У вас со временем происходит накопление основной скидки на номере. И вы становитесь участником премьер-клуба, и у вас появляется возможность пользоваться продуктами из каталогов премьер-клуба. Если вы новичок, у вас ваши шансы быстрее влиться в бизнес более легкие. В каком плане? Вам уже минимум 100 баллов достаточно для того, чтобы уже получить большие бонусы, подарки, скидки и уже вступить в премьер-клуб. Для чего компания сделала такую стандартную сумму? Да? Для чего, вот, я имею в виду, по товарообороту количеству 100 баллов? За время прохождения шагов вы учитесь организовывать личный товарооборот. Для многих стимул, подарки и бонусы, и скидка, и какие-то уже первые начисления – это большой стимул. И очень важно понимать, что научиться организовывать личный товарооборот – один из первых шагов. В принципе, по сути, все упирается в одно. Мы должны организовывать этот товарооборот, за который и платятся деньги. Просто, да, просто так за то, что вы приглашаете спящих людей, которые просто спят. За это компания, к сожалению, не платит. А с другой стороны, как бы, да, и зачем ей это надо? Ей важно, что то, что она производит, мы должны это продвигать. Неважно, где в интернете, не в интернете, это уже наши методы, как мы это делаем, где мы работаем, на каких платформах, но наша работа – продвигать. Поэтому нужно этим заниматься повсеместно. И самый важный момент в этом – это рекрутинг. Приглашать людей, объяснять им плюсы и выгоды бизнеса, настраивать их на большие цели и работать с ними бок о бок. Поэтому выбирайте, кто вы, и решайте, для чего вы сюда пришли. Значит, я это не буду говорить про конференцию, все это знают. Немножко повторю, что нужно нам для того, чтобы успешно работать в интернете. Удобный и такой функциональный гаджет. Компьютер, ноутбук, планшет, возможно, телефон на основе Android, да, это хороший, с большим количеством функций, куда можно скачать и приложение Oriflame, и какой-то браузер, который позволяет работать через интернет, в каких-то социальных сетях, возможно, даже на досках. Обязательно каждый день 2-3-4 часа времени. Если вы новичок, то новичкам первое время, пока они обучаются, делают форму регистрационную, личную, блог свой. Для этого времени нужно чуть больше, потому что нужно обучиться, нужно войти в
работу и наладить свою систему работы рекрутинга, учиться, как работать с новичками. Обязательно должно быть желание обучаться. Каждый день в вебинарной комнате у нас проходят планерки, презентация, тренинги. Обязательно нужно приглашать сюда новичков, приходить за ним. По возможности, многие, конечно, заняты в это время, потому что мы чаще всего совмещаем чем-то еще свою работу в интернете, но тем не менее стараться надо. И если вы не умеете пользоваться социальными сетями, электронной почтой, это ничего страшного, всему можно научиться. Главное, что вы сумели включить компьютер, найти объявление о работе нашей, да, заполнить форму, и тогда мы вас найдем, мы вас достанем, мы вас научим. Про стартовую программу я все вам сказала. Было бы желание, это точно, Наташа. И какой метод вы используете, в зависимости от вида метода, есть определенное количество действий, то есть нормы, минимальные нормы, при которых у вас будет уже результат. Знаете, вот на основе этой таблички можно расписать ежедневные свои действия, то есть запланировать результат на каждый день, на неделю, на потолок, на год, каждый день. То есть вот эти действия, они должны быть ежедневные. В зависимости от того, где вы хотите работать, где вы работаете, на какой платформе, вот эти действия должны быть ежедневные. И эти действия дают вам вот такой результат. А если при этом вы работаете с новичками, и во все тонкости вы их посвящаете, то товарооборот неизбежно тоже будет расти. Ради чего, в принципе, мы сюда и пришли. Ради этого еще и выплатили. Давайте напишем планы. Я быстренько пробежалась по основному. Значит, в 14.00 у нас сегодня будет презентация. Насколько я посмотрела, у нас сегодня будет дебют. Наташа Лямина будет презентацию вести. Наташа, ты будешь? Или я просто так себя прорекламировала? Наташа Лямина будет у нас, по-моему, вести презентацию, поэтому приходите, послушаем. Мне тоже очень интересно послушать. Наташа первый раз будет вести. И после Наташи я проведу небольшой тренинг по потреблению wellness. У нас структуре, в моей веточке, 30% от товарооборота идет на товарооборот по wellness. Сейчас уже... Сейчас я вам скажу, на данный момент у нас 973 балла wellness. 973 балла wellness у нас сейчас. И это еще не конец. То есть у нас еще некоторые партнеры в конце каталога делают заказы, то есть еще будут заказы. Возможно, я планирую, что где-то больше 1000 вот у нас веточки будет только баллов wellness. Я не считаю двух баллов. Поэтому я расскажу вам, если вам интересно, приходите в 3 часа, расскажу вам, как мы это делаем и почему мы это делаем. Все, у меня все. Если есть вопросы, пишите свои планы, планируйте свой день, работайте, растите, развивайтесь и зарабатывайте. Итак, Наташа. Рассылка в группу 350 работать с новичками и планировать 1-2 регистрации. Замечательный план. Я тоже планирую сегодня провести тренинг, успеть поработать на досках, собрать отклики, заявки посмотреть. Ну, естественно, регистрацию проводить. Я уже собрала несколько заказов на следующий каталог, поэтому буду думать, куда еще идти, кого еще, знаете, заинтересовать. Ну все, всем пока, до свидания, удачи и увидимся в чате.